секрету, Сома у вас — это одна из моих любимейших жидкостей. А, вообще, прям вот, вот я ее могу постоянно парить просто. Вот, очень крутая. Привет всем, с вами Библия Клауд, меня зовут Денис, мы находимся на выставке «Русский Вейп 2» в Москве. Сейчас мы поговорим с основателем бренда, который узнают, я думаю, все жидкости Фриско. Дэниел, привет. Привет. Привет, Дэниел говорит по-русски, ну так, like. Мало. Но, тем не менее, tell your story, like, your background, like, how you, I don't know. Как мы начали. Как начали. Мы начали магазином в 2013 году. И я начал с Сома, жидкость, и Фриско. В 2013? Да. В Сан-Франциско у нас магазин есть, как бы, как tasting bar. И мы начали с две жидкости. И людям очень понравилось. Сома и Фриско, Rock. И мы считали, ну, всем понравилось, мы начали новые жидкости делать. И the rest is history, как бы сказать по-английски. Да, но мы находимся в Сан-Франциско, мы родились в Сан-Франциско. Так скажи, а как так вышло, что ты знаешь русский? Да, мои родители русские. Отец родился в Санкт-Петербурге, а мама родилась в Днепропетровске, Украине. Круто. То есть они в детстве вернее, ты родился уже в Сан-Франциско, да, они переехали? Да, они приехали в 79-м году. Это мой второй раз в России, первый раз был в 88-м году. Серьезно? Да, чуть-чуть поменялось здесь. Разное все, да? Да. Мне кажется, очень сильно все поменялось, да, наверное. Слушай, расскажи, вы когда делали жидкости, ну просто я, например, ну, люблю почти все их, вот серьезно, Сома, скажу, как бы она вот моя любимая, наверное, на постоянку я могу постоянно парить, безумно крутая. Вы как-то смотрели на тот момент рынок, да, то есть вы ориентировались на других или следовали своим предпочтениям, like, did you look at the others on the market or just... Мы никогда не смотрим на другие. Мы всегда смотрим, чтобы быть разным, как different по-английски. И я всегда смотрю, чтобы сделать жидкость, которая очень комплексная жидкость, которая, когда ты inhale и exhale, разные. И вот мы, когда делаем жидкость, мы очень много времени тратим на каждый flavor. Вот на новый flavor Cineberry. Только выходит в Америке следующую неделю и в России через две недели. Это выиграл Best in Show в UK Vape Jam в прошлую неделю, Pastry Flavor. И это как Cinnabon, Cinnaberry, это Cinnamon Roll Strawberry Icing. Коричневая такая вот булочка с мороженым, да? Не мороженое, но как бы... Коричневая ягода, вот что-то такое. И немножко выпечки. Да, ты получаешь это strawberry как попробую. В конце. Да, пожалуйста. Это, я вот не совсем единственное понял, это у вас как отдельная линейка? Да, или... это мы называем как one-off, будет только одна flavor. The Cinnaberry — это как бы by itself. А Troublemint, эта линейка будет первый как бы вкус Sour Apple Mint Gum. Яблочко, мята, жвачка. И у нас через месяц второй выходит. Очень-очень вкусно. И это розовый лимонад, жвачка с мятой. Звучит здорово. Да. Звучит здорово. Ну, то есть, да, как бы вы стоите производителем, но как бы оформление, дизайн — все новое. Да. Все новое. Соответственно, они будут как представляться как отдельные бренды. Да, да. Фриско больше не трогаем. И мы просто новые. То есть вы не будете добавлять больше вкуса? Нет. Во Фриско? То есть все, она как вот есть? Как есть, уже много как бы в одной линейке. Да, мы сейчас работаем очень на новые жидкости делать. Troublemint, как я вам сказал. А третий вкус, ты говорил, Pink Lemonade. Да. То есть это лимонад и с чем-то... С жвачкой. С мятой. Круто. Спирмент, да, мята? Спирмент, ну да, да, такая мята. Я думаю, ну, наверное, многие слышали, но не все знают. У вас название Фриско, всех вкусов, они — это районы Сан-Франциско, да, так? Да, и не только районы. Допустим, Сутро — это башня, которая знаменитая, большая в Сан-Франциско, и это
везде в Калифорнии, ну не в Northern California, возле Сан-Франциско, все видят. И она всегда выше, чем туман. Туман как бы по низу. Поэтому такой логотип. Да. И, допустим, Powell — это cable car, это... Трамвайчик вот это. Трамвайчик очень известный. И это... Вот. А остальные как бы районы. Presidio — это, допустим, это место, где старый форт, где была армия, как бы, в американской... Около Golden Gate. Да, где заканчивается Golden Gate в Сан-Франциско, там это очень красивое место, называется Presidio. Круто. А все остальные, как бы, районы в Сан-Франциско. Ты говорил, что у вас есть вейп-шоп, наверное, да? В Сан-Франциско. У вас он один? Да. То есть вы не планируете развиваться? Не-не, у нас вейп-шоп, люди приходят... Ну, from everywhere, как бы сказать. И, да все, да. И многие просто приезжают, чтобы попробовать наши жидкости. Мы продаем другие жидкости там, чтобы, знаешь, иметь... представление некое, да? Ну, ты же не можешь только иметь там... Только свои, да. По существу, я бы сказал, 70% продажи — это наши жидкости. Круто, круто на самом деле. По объемам скажи, вот вы вообще, почему вы выпустили Макс Пауэлл? Пауэлл был самый популярный, наверное. Популярный, да? У нас в Америке, и все просили Макс Вичи. И мы решили это сделать, но это не просто, знаешь, добавлять больше Вичи. Вы долго его делали? Мы reformulation сделали, оно очень мягкое, как бы smooth. Да, это брало большое время для нас. Наша жидкость, может быть, месяц до 5 месяцев берет, чтобы сделать. Бывает, что там месяц, но мы ждем хотя бы месяц, чтобы знать, что вкус не меняется, что будет прекрасно, как бы вкус. Качественно подходит. Да, да. С полной уверенностью. По объемам у вас, то есть 15 у вас остается? Или миллилитров? Да, но я вам скажу, что скоро не будет. Скоро не будет, да. Но логично, уже... тренд такой, все больше много любят. Да, уже девайсы поменялись, и я думаю, что 15 миллилитров или 16,5, это что мы умеем, это уже как бы... Прошлое. Да, да. 30 миллилитров и больше мы будем делать. То есть у вас сейчас 30, 60 и 120? 30, допустим, эти две новые, только 30, Max Power 60. У нас есть 120, которые мы делаем, и... Мы будем старые, как бы, Марина, а только для России, как бы. Да. Слушай, круто. Круто на самом деле. Что ты думаешь вообще о русском вейпе, о выставке? Ты как бы впервые на выставке в России. Да. Можно сказать, впервые в новой России. Ну, поэтому... Babylon очень близки с нами. Мы, они как бы нас принесли сюда, в русский впервые, рынок. Впервые, да, почти. От начала, как бы, начало. Они меня попросили приехать, и я с удовольствием приехал. Мне очень понравилось, здесь очень интересные люди, которые очень, понимаешь, я в этом бизнесе, ну, это бизнес, правильно? Ну да, ну, конечно. Когда я смотрю на людей, как они, им нравятся мои жидкости, это очень, как бы, себе приятно. Приятно, как бы. Да. Заставляет тебя, да, делать я дальше. Я люблю идти на шоу и смотреть, как люди, как бы, как сказать, how they react. А, как они реагируют. Да. Это очень, мне очень интересно это видеть. Ну да, вейп-шоу — это хороший, и очень трудно видеть здесь, знаешь, два. Да. А что ты думаешь о русском рынке, российском рынке, в принципе, вейп, вот, который сейчас так быстро развивается? Да. Слушай, мы только, у нас дела, мы эксклюзив дистрибьюторы, это наш Babylon. Поэтому вы не стали делать отдельный стенд? Или как? Нет, да. Вы хотели? Нет. Это наши эксклюзивные дистрибьюторы, они, у них хороший сервис, у них хорошие люди, так мы с ними бизнес начали в ноябре 2014 году. Да. Я только открылся, да. Ну, вейп-шоу первый день, классный ивент, мне очень понравилось. И такие хорошие люди, как вы. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Какая твоя любимая жидкость не Фриско? Другая какая-нибудь? Вау. Вообще всего, из всего рынка.
Это трудный вопрос, как бы. Последнюю, которую ты пробовал там, такой, которая понравилась. Мне понравилось, как называется. Я уже забыл. Извини, просто. Ничего. Я так много каждый день работаю на новой жидкости. Мне очень трудно пробовать другие жидкости. Я надеюсь, в этом ивент я попробую новые. Ну да, есть очень много хороших, да. Но я всегда люблю мои. Я люблю их парить так. Но Troublemint и Cinnaberry, я люблю Troublemint весь день. И Cinnaberry тоже хорошие весь день, но вечером это... Хочется чуть классно. Помягче, да, такого. Слушай, ну... Это как бы десерт. Десерт, да. Но в Америке очень любят. На самом деле, знаешь, вот... Мне нравится то, что вы делаете все по-разному. У вас много вкусов для каждого, то есть каждый может что-то найти. Да. Потому что в Америке в основном, ну, многие бренды, они делают десерты. Десертную выпечку, а у вас есть и фруктовые, и свежие, даже табачные. Табачные, кстати, как продаются вообще? Вот Presidio и... Табачные очень... Филмар. Магазины, которые продают табачные, хорошо продают наши жидкости. Ну да, ты правильно говоришь, что... Допустим, Сан-Франциско – город, который очень diverse. Я не знаю, как по-русски это сказать. Разнообразный, да. Да, и вот мы решили сделать каждую жидкость, чтобы был очень different, как бы. Разные. Отличались все друг от друга. Отличаться. So, и вот что мы сделали, потому что когда вейп-шоп берет наши жидкости, они знают, что табачные хорошие, ментолы хорошие, фрукты хорошие, сидел. Да, все круто. Все есть, и все вкусные. Скажи, а цена на них будет такая же, да? 30 миллилитров, да. Mm-hmm. Я точно не знаю, я по Бабилону спросил. Окей. Ну, в Америке да. Она такая же, да? Ну, да. Да, собирайтесь. А BGVG? Это Cinnaberry и Troublemint 70 BG. 70. То есть вы переключились все-таки 60 на 40 на 70? Не, вообще, я не знаю, где взяли 60, но они все 65. 65? Да. Окей. И новые 70, Max Power, это Max BG, мы не добавляем никакой BG. Слушай, ну круто на самом деле. Спасибо за ваши жидкости. Это было вот как раз ваши жидкости. Я, по-моему, первый в России попробовал вот именно премиум жидкости. Это были ваши жидкости. Мне очень понравились. Вообще вы делаете круто. Я считаю, что каждый производитель, который так качественно подходит к рынку, к созданию и развивает вейпинг, это круто, это здорово. Спасибо тебе огромное, Дэниел. Спасибо большое. Thank you so much. Thank you as well. Thank you, guys. Nice time. Thank you. Это с нами был Дэниел из Frisco Vapor, а мы Юлия Клауд. Как и всегда, подписывайтесь везде на нас, на все соцсети, везде за нами следите. И до встречи.